Жизнь ценой в несколько рублей. В пятницу на улице Куконковых областного центра под колесами большегруза оказался мужчина, просивший на дороге милостыню. Водитель грузовика после произошедшего пребывает в шоковом состоянии и сумел вспомнить лишь то, что подал просившему несколько монет. Как пешеход оказался под колесами, не знает. В результате наезда мужчина погиб на месте. Обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, при переходе проезжей части должны пользоваться пешеходными переходами, а ходить просто по проезжей части при наличии тротуаров пешеходам категорически запрещается. Если гражданами будет выявлен факт попрошайничества, то мы просим обращаться в дежурную часть ГИБДД Ивановской области.